И всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в игру Warcraft 3. И как вы сейчас можете заметить, я уже подготовился. У меня на данный момент уже имеется золотой рудник 2, который я использую. И сразу же я начинаю атаку уничтожения вражеских войск здесь, именно людей. Почему я так поступаю? Все на самом деле очень просто. Чем быстрее я их уничтожу, тем быстрее я получу доступ к другому роднику. Быстрее доступ к роднику получу. Что это значит? Правильно. То, что я смогу раньше начинать воевать с противником. Более серьезным. То есть с орками и нежитью. Это мне очень важно. Мне нужно все-таки этим позаниматься побыстрее. Подготовиться. Ага, все. Баллисты, давайте сюда катитесь, уничтожайте. Кто там у нас? Ага, понятно. Охотница, к сожалению, пока ничего не сделает, но лучницы подбегают сюда. У меня там колодцы стоят как раз и работают в прекрасном темпе. Они все и сделают за моих воинов всех. А тут я пока подкатываю воинов, баллист. И начинаю ломать противника потихоньку. Все. Выстрел. Противник получил дамаг по башням. Откатываемся. И начинаем давить его тут. В одного все бьем. Так, Кинариус у нас еще повысился. По уровню. Прекрасно. Так, вражеского героя. Начинаем дамажить. Убиваем пока паладина этого. Воинов сюда еще охотница закидываем. Давайте охотница еще. Потом дриады. Хотя нет, пока пускай не будут наниматься особо дриады. Вы идете ломать вражеские баллисты. Ой, баллисты башни. Так, вот это не очень хорошо. То, что мои баллисты пытаются уничтожить. Ну ладно. Мои баллисты все-таки справляются с уничтожением противника. Это уже радует. Мои воины должны защищать все-таки мои баллисты, которые ломают все постройки противника. Да и довольно быстро все прокладывают. Ну да, это ожидаемо. Хочу вам сразу сказать такую одну маленькую, страшненькую, скажем так, вещь. То, что есть нюанс один. Ко мне имеет доступ отряд орков. Вообще, налегке они имеют доступ к нему, к этому проходу. Им даже особо делать ничего не придется, для того, чтобы ко мне зайти. Потому что они уже свою группу из 3 бугаев отправили. И вполне неплохо у них, кстати, получилось там походить. Да, они, конечно, пытались сломать мне постройки, но у них не получилось. Это было для меня вообще прекрасно, но вы сами должны понимать, если они уже один раз пытались это сделать, значит что? Правильно, они могут еще раз это попытаться сделать, без проблем вообще. Так, все светлячки начинают идти сюда, на добычу, встают. Давайте все, хотя, кого все? Я особо никого и не могу отправить сюда, к сожалению. Деревья и лучницы сюда отходим. Все мои деревья в одну кучу подходят. И я теперь транспортировку делаю деревьев сюда. Все. Баллисты. Две баллисты ломают храм вражеский. Потом переходят на вражеские башни обычные, стрелковые. Их сломаем быстро. А потом перейдем. У нас следующие проблемы, мои маленькие. Все, одна готова. Еще одну ломаем. А, ну, лунные колодцы. Лунные колодцы не настолько интересны. Я скажу так. Я пока, как вы видите, не пошел в эту область. И там пока ничего не изучил, не сделал. И я пока не буду этим заниматься по одной простой причине. Я не вижу пока смысла в этом, поскольку мне нужно решить вопрос с добычей золота. Так как мне надо решить вопрос с добычей золота,
Что нужно делать правильно сейчас? Надо заниматься этим вопросом. Как раз таки, а не заниматься вопросом того, как выполнить второстепенные задания. Вот и все. Буквально из-за этого я пока ничего не делал. По идее, если сломаю, должен открыться проход к нежити, но есть такой маленький момент, то что проход может и не открыться. Разведка 100 маны стоит, да? Угу. Давай, Тирен, беги туда. Сейчас получишь всю ману, которая там имеется. Так, плетение происходит, замечательно. Возможно, я кого-то получу сейчас из воинов, а может и нет. Такой момент, хороший. Да. Опа, нежить тут пролетала. Они, скорее всего, к этим полетят коркам, хотя не факт. Могут к ним не лететь. Такое тоже возможно. Но в скором времени мы об этом узнаем, куда они полетят именно. Тирен, все, восстановилось полностью. Замечательно. Знаете, я, пожалуй, сейчас займусь восстановлением, ну, точнее, спасением этих мишек, биоронов. И все. Все. Я дошел до этого места, собрал всех героев. Ну и сейчас потихоньку пройдем вперед. Ладно. Никто все-таки забирать не будет, ну и ладно. Начинаем сразу с уничтожения вражеских воинов. Тут биорна всех. Эндов поднимаем в защитника. Обычного биорна. Потом биорна следопыта убиваем. Сразу у нас лучница почти минус получается. Очень жаль. Ящики ломаем. Угу. Так, лучница, давай, пожалуй, отойди пока. Пока что. Это временно. Энды. Давайте вперед. Сразу. Вы пойдете как мясо. Как пушки. Начнете давить противника. Здесь я еще подниму эндов. Потом схвачу вот этого главного вождя биорнов. И начнем давить просто противника толпой. Давай, поднимай. Все. Так, одного убили. Ай-яй-яй, охотница не успеет, да. Она не успела, к сожалению. Ну, бывает. Бывает такой маленький нюанс. Неприятный. Все. Давайте, все охотницы. Да, в принципе, там все могут уже начинать отходить. Кроме Тирен. Потом Фариуна. А, на нас еще и напали там. Тем более, отходим. Сейчас назад. Надо восстанавливаться. Все свободные светлячки на рудник и на дерево, на добычу. Здесь все колодцы включаю сразу. Вы сражаетесь с этим вождем и, в принципе, неплохо справляетесь. Все, убили. Хорошо. К сожалению, тут ничего не выпало. Очень жаль, конечно. Но что делать? Лучницы, давайте сюда. Помогаем в уничтожении этого противника. Вы тоже сюда подбегайте, давайте. Лучница на восстановление от колодца стоит. Прекрасно. Все, пожалуй. Там им делать нечего особо. Давай пропускать, Фарин. Дополнительное задание выполнено. Безумные биорны. Пока сюда бежим. Где-то здесь должен проход быть к орокам. Можно, кстати, ориков уничтожить, действительно. А можно и не уничтожать. Кстати, по идее, должен быть проход к нежити. Возможно, все-таки он тут. Может, и не тут. Такой момент. Хороший. Такова воля богини. А. Здесь, возможно, к орокам будет. Я даже особо не знаю, типа, ради источника жизни есть смысл огромно идти туда или нет. Да будет так. Не знаю. Вот сюда сгонять и изучить проход, который здесь имеется, это да, это надо. И узнать то, что есть проход к оркам или нет, для того, чтобы получать все-таки еще золото. Но
То, как они пришли, ничего не делают особо. А, не, есть. Без промедления. Имеется тут проход. Такова воля богини. Так. Да будет так. Такова воля богини. Не? Вы не сможете? Да, они не смогут. Они не могут. А как вам попасть? Они должны пробежать и попасть к ним как-то. Если орки ко мне смогли, то и они должны. Хотя они могли на дирижабле прийти. Запросто, кстати. Ладно. Перемещаемся сюда. Угу. Еще лучше, золотой родник обрушился у меня, классно. Так, восстанавливаем всю свою технику. Опа. Люди пролетели. И нежить. Да, классно. Ладно, пока сюда переходим. И готовимся. Как раз таки переходите в эту область. Разведку делаем сначала. Изучаем возможный проход к нежити. А, не, у меня не получится тут гора. Тут, скорее всего, какие-нибудь призраки, да? Духи. Вы уже сами видите. Два духа. Три. Четыре. Нежить. Нежить. Куда же без нее? Гигантские волки. Неинтересно. А если сюда мы пойдем? Угу. Все равно я здесь пройти не смогу. По идее, должна к нежити вывести. Да. Жаль. Очень жаль, я не смогу там ничего сделать. Ладно. Так или иначе, придется мне все-таки идти сейчас к этим духам. Их пинать. Получать немножко серебра. Золото, точнее. Радоваться жизни. Ну, либо пытаться радоваться жизни. И все. Особо других вариантов у меня нет. Что делать? Древо сюда поставлю, поближе к дереву. И помимо того, что ближе к дереву, так и источнику жизни. Еще двоих могу взять. Пускай охотница буду. Хотя можно... Дриад взять для очищения, пожалуй. Ну, даже не знаю. Но точно могу сказать, ломаем ворота сейчас. А, даже вот так вот. Вообще замечательно. Угу. Проклятая поляна. Победить духа смерти, чтобы снять проклятие с поляны. Хорошо, без проблем. Уничтожаем лучников, которые здесь появляются. Проходим потихоньку вперед. Уничтожаем все, что движется и не движется. Опа, чумные энды. Так, назад всем. Дриада тоже назад. Здесь у меня пока с остальными воинами хорошо. Вот этого духа давим. Потом на этого скелета. И на этого. Так, баллисты, отходим сюда. Охотница. Давайте на восстановление пойдите. Восстановить свое здоровье. Все, да. Замечательно. Теперь к Тирен и этому Фарвину. Они пока вперед пройдут, расчистят дорогу для моих воинов. Да и изучение все-таки надо сделать. Пускай мои воины восстановятся. И мы потихоньку будем проходить. Потому что я пока не хочу терять воинов. Мне они еще нужны. Мало ли что может произойти. И потерять их это не очень приятно будет. В самом начале. Особенно. Потому что мало ли что будет там. Я подозреваю, тут какие-нибудь проклятые эльфы будут. 100%. Если проклятые энды имеются, вполне могут и эльфы быть. Ну, либо подобие эльфов. Тоже возможно. Пока сюда идем.
тут проход имеется, и еще духи. Так, лучник. Лучника давим. Фарен, давай еще эндов поднимай. На этого духа. Просто толпой в одного идем. Все-таки дамага больше, да и проблем меньше. Потом. Здесь пусто. Обидно, сундуков нет. И я ничего не могу тут получить из такого интересного. Наши воины вступили в бой. Нет, тут нет прохода к этим. А, тут кладбище, понял. Ханудора. Ну, а, да, там вообще весело так пошло. Давайте все в атаку, вперед. Опа, еще энды. Толпа прям, толпа тут появилась. Ой-ой-ой, Терента у меня погибла. Фарен, давай, отходи, отходи. Отходим пока, отходим все. Немножко назад. Так, сюда. Все, начинаем давить их. Так, энды, сюда, на духов. А, там даже не духи, а призраки. На призрака идем. Скелетов убиваем. Еще проходим. Угу. Понятно. Так, поднимай эндов. Я вообще без маны остался тут теперь. Класс. Так, призрачного волка давить. Потом на этого призрака я нападаю, поскольку он вообще нулевый почти. На этого призрака перейду. Да, у меня тут огромные сейчас потери будут, но я думаю, они того стоят. Хорошие шмотки выпадут с этого духа. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Все, еще один минус. Фарен, готовься уходить отсюда. Все, Фарен, беги. Беги, беги, беги. Лучница, охотница я нанимаю. Тем более, у меня тут сейчас немножко проблематично все стало. Как я посмотрю, к сожалению. Надо все-таки еще вот это все изучить. Давай сюда, беги. Собираем воинов новых. Да, Фарен еще в битву выступает. Куда же без этого? Самое главное ему не погибнуть и лишние траты денег не делать мне. А он сейчас, кстати, запросто может и погибнуть. 4 кп. Классно. Вот этого я меньше всего и хотел, как раз таки. Чтобы он погибал сейчас. Ладно, пока я, значит, на восстановлении. И возвращаюсь к вам. Форпост поглотила порча. Энты сошли с ума. Они не заслужили такой участи. Ни шагу дальше. Тикондрус приказал убивать любого, кто попытается пройти сюда. И мы с радостью выполним этот приказ. Жалкие уродцы. Мне невыносима сама мысль о том, что когда-то вы называли себя ночными эльфами. Замечательно, значит, у нас битва с нежитью. Вот самое интересное, то что до этого мы встречали их, а у нас по сценарию вообще тишина была. Ничего не говорили про проклятых, не проклятых их. Было офигенно все. Но только мы сюда пришли, все. Круто. Фарен умер. Офигенно. Что могу сказать? А мне тут еще и сразу побеждать в виде трех энтов. Я просто пролетал этим светлячком и изучал. Давайте вперед. Сюда быстрее, светлячки. Чините там все. Чините дерево. Чините его. А! Давайте все, уходим, уходим отсюда. Быстро. Нет, Болиса, не туда. Не туда стрелять. Все, мне хана. Мне хана. Просто... Ладно. Так, сражаемся. Уничтожаем быстро этих воинов.
Так, светлячки на данный момент на восстановлении находятся. Но они сюда отойдут. And... А, блин! Вот из-за этого я как раз и не хотел их особо разделять. Ладно, уничтожаем вот этих скелетов вблизи, чтобы уменьшить проблем нашим стражам здесь. Чтобы они древо спасали. Вот вообще ужас тут начинается. Светлячков выкашивают моих на раз-два. Как я посмотрю. А, не, их не убивает даже. Удивительно. Ломают само дерево. Только. Ну ладно. Я хотя бы этому рад. То, что они ломают только дерево. Пытаются, по крайней мере, ломать его. А на моих воинов никак не нападают и им ничего не делают. Так, дерево, давай сюда уже начинай топать. Там как раз постоишь. В одиночестве. Конечно, это обидно немного, но... Это лучше, чем ничего. Тем более умирать. Так, светлячки, не мешайтесь, отойдите. Пускай эндик мой пройдет. Вот здесь вот. А, ну да. Кого же я тут должен был встретить? Гигантского скелета? Куда без него? Ладно. Все, да, восстановился. Замечательно. А, баллиста сюда. Фарион сюда. Тирен сюда. Светлячки, потихоньку сюда проходите. На самом деле, можно вообще оставить баллисты вот здесь. И не вести их. Но из-за нехватки воинов, из-за моей слабости, скажем так, мне придется все-таки баллисты использовать. Но баллисты использовать я все-таки буду по одинокой цели, которую я буду выбирать постоянно на уничтожение. Чтобы меньше проблем было. Чтобы такого не произошло, как до этого было. То, что вы видели. А, то есть, изначально это происходит. Независимо, атакуют, не атакуют их. Классно тогда. Что я могу сказать вам? Потому что на моего эндика этого напали. И прошла немаленькая толпа. Так, ладно. Давим их. Ну, меня радует то, что дерево живет. Оно живет и не умирает. Все, отходим сюда. Дерево, иди на захват рудника. Светлячки все. Сюда подходите. И начинайте добывать дерево. 6 светлячков. Сюда 5 идет. Делаем выводы. То, что у нас все очень печально. Для тех, кому интересно. А, у меня маны нет. Ладно, тогда потом покажу. Я просто вам хотел показать, что нас ожидает там впереди. Тот ужас. Просто. Так, давай ты еще в... А, так ты и был этим эндом. Ой, эндом, светлячком. Пожалуй, 3 сторожевых. Древо войны. Просто, на самом деле, светлячков запросто можно взять. Но вот это вот, все сделать, это тяжело. Да мне еще лагерь полностью, по факту, восстанавливать с нуля надо. А это с нуля делать такое себе дело. Не очень приятное. Да и золота уже не хватает. Вообще замечательно. Почему я решил сейчас алтарь построить? Не очень приятно как-то находиться вдали. Вот здесь вот, имея алтарь. И тащить его, героя, через вот эту вот всю боль сюда. Притащив сюда еще нежить. Я не совсем так планировал начинать битву эту. Но ладно. Раз она так пошла, значит, так и пойдет дальше. Надеюсь, баллисты там сверху смогут нормально себя показывать. Начинаем быстро уничтожать противника здесь.
Ага, да, баллисты хорошо себя показывают, уничтожают противника сверху, его расстреливают. Подкатываем их ближе и пока уничтожаем здесь всю стражу. Все, отходим, отходим все. Мои энды, стражевые деревья, поднимаются сюда и начинают там вырастать. Почему я сюда поднимаю этих деревьев? Все очень просто. Они здесь будут занимать хорошую позицию и будут уничтожать воинов в этой области, которые будут подходить ко мне. И так или иначе будут мешаться. Либо пытаться мешаться мне. Одно дерево сюда поставлю для подстраховки себя в основном. Ну, если противник сюда подойдет, там по какой-либо причине сможет меня выиграть, для меня будет хорошо. Он мне особо сделать ничего не сможет. Так, баллисты, давайте сюда катитесь. Ну все, просто стоим, ждем, когда все на свои места встанут. Древо. Не одно тут. У меня древо. Подходит сюда. Ну все, все на свои места встали. Начинаем битву. Все, два выстрела, отходим. Просто отходим. И вот так вот, по чуть-чуть, потихоньку, ломаем противника и радуемся этой битве. Все, баллисты сюда отходят и издали начинают расстреливать вот этих неприятных монстров, которые у нас ману забирают. Как раз таки ломаем все тела, чтобы противник не мог никого поднять. Раз он не сможет поднять, значит он бессилен фактически будет. Ему лунный колодец надо уничтожить, чтобы он не мог никого больше поднимать. Все, баллисты, давайте сюда. По казарме вражеский огонь. Просто ломаем казарму. Еще огонь. Отходим. Ага, скелетов своих поднял. И все. Больше ничего не сделал. Хорошо. Я рад за него очень сильно. Вот этих охотниц сюда я подведу. Воины, назад. Всем назад, назад, назад. Быстро назад. Так, вы сюда. Идете, ломайте дальше эту казарму. Противник пытается новых воинов сделать. У него тут еще есть казарма. Вы видите сами. Но мы ему ломаем поселение. Но и так как ломаем его поселение, то ему очень печально становится и неприятно за этого. Так, командира их него. Адского сатира уничтожаем. Угу, хорошо. Идем дальше ломать. Вот эти энды, в принципе, могут вполне уже вставать и уходить отсюда. Переползать в эту область. И там вырастать. Пускать свои корни. Почему туда могут идти спокойно уже? Все связано с тем, что смысла я не вижу их дальше держать здесь. В этой именно области. Они все равно ничего сделать особо не смогут. Банально из-за этого. Этот колодец ломаем. Теперь переходим к этой башне. Мои воины стоят тут наготове уничтожать всех воинов, которые может противник привести. Скоро я буду подводить воинов. Как раз таки я сейчас это, пожалуй, сделаю. Стойте здесь. На лунный колодец. Давай, нападай. Ломай его. Да, тут противник пойдет на моих баллист. Все замечательно, круто. Но. Энда сюда. Это сюда. Энда. Баллисты сюда катятся. Ломают казарму. Охотницы все сюда идут. В атаку. Да, в принципе, толпой влетаем. И начинаем разбирать противника. Просто разбираем его. Без остановки. Без жалости какой-либо. И все. Этот лагерь мы разобрали. И вот, пожалуйста, проход открылся. Тирен, давай вперед. Угу. А.
Фариуна надо, да? Не Тирен. Ну просто, типа, какая разница, кого именно приводить, Фариуна или Тирен, с учетом того, что это два героя. Ну ладно. Вот так вот завершается у нас эта глава. Ну, вполне неплохо. Нежить, орки, альянс, экспедиция и двое эльфов. Одни из этих эльфов это нежить фактически была. Глава 5. Кровные братья. На следующее утро в подземельях Хиджальских гор. Но это будет в следующем видео. На этом я буду, пожалуй, заканчивать. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока. Опа, нападение на мой лагерь. Но меня радует то, что там одни скелеты. И эти скелеты из себя по факту ничего не представляют. Ладно, сейчас начинаем потихоньку проходить вперед. По правой, пожалуй, стороне я пойду сюда. Я знаю, тут тупик будет. Я уже просто рассматривал здесь всю территорию. Но я сюда пошел по одной простой причине. Отсюда довольно прикольно будет по возможности стрелять с баллист. Вот, и башни поставить тоже неплохо будет. Ага, толпа пошла на меня. Ладно, отходим назад. Назад отходим. Давайте назад, назад, назад. Все, начинаем давить тут противника толпой. Баллисты ломаются. Как их ломают-то? Как противник пытался их сломать-то? Замечательно. Так, этого скелетика. Всех скелетиков уничтожаем вблизи. Потому что я уже одну баллисту потерял. Это плохо. Энды пока не очень сильно эффективно стреляют. Плохо. Вот эти... Блин. Ну там одни такие не очень приятные есть сущности. Они берут ману, высасывают всю ману. И это действительно не очень приятно. Так, лунный колодец. Пускай будет здесь. На обновление сразу поставлю. А, ну... А, пополнение пошло, я понял. Ну, тогда я делаю вот так вот. Баллиста катится сюда. Я ломаю вот эти деревья. Хотя не обязательно. Я сразу с этой точки буду стрелять по башне. Я вас сюда тогда поставлю. Баллист сюда. Тут нет такой вещи, как преимущество высоты. И это радует на самом деле. Независимо с какой точки ты будешь атаковать противника, ты имеешь преимущество над ним. Понял? Понял. Ладно. Давай пока уничтожим. Хотя зачем уничтожать? 125 мана, да? Я просто могу как сделать? Поднять эндов. Эти энды пойдут ломать как раз таки башню. То, что я сейчас и сделаю. Баллиста. Она будет стоять, уничтожать противника. Без проблем тут пока что. Да и сами герои пускай идут, пока ломать противника. Так, минус одна башня. Ой, толпа какая там идет. Дай на защиту. На защиту всем. На башню. Я понял.
моей болезни тут хана. Но это не удивительно. Так, Фарион. Ну, я в тебе немного разочарован, Фарион. На самом деле, чем разочарован, то это тем, как ты сливаешься сейчас быстро. Если Тирен может как-то скрыться в ночи, то Фарион нет. И его просто там заколбасят. Кстати, надо было, наверное, Тирен спасти все-таки. Спрятать ее. По крайней мере, попытаться ее спрятать в ночи. Ну, ладно уже. А, понимаю. Понимаю это. Давай сюда. Сбор. Все. Минус одни. Так, отравляем сатиров. Давай, сатиры, сюда, ближе. Ближе еще. Под три энда сразу. Трех эндов тебе не одолеть, зараз. Так, скелетики пошли туда. Светлячка бить будете? Пока нет, не будете. Хорошо. Ой-ой-ой, беги отсюда. Блин, не успел. Не успел вывести. Ну да, того сатира убить надо, поскольку он поднимает всю нечисть. А это плохо. Так, одну баллисту берем. И еще охотниц. Пожалуй, еще одну дриаду. Так, все герои поднимаются. Ладно, пока пауза и вернусь. Так, все. Собираем войска. Опять. Сразу смотрим, кто у нас очень сильно битый. И его уводим сюда. Более-менее целых воинов мы оставляем как раз впереди. Формируем отряды мелкие. Ну, такие относительно мелкие на самом деле. Да ладно. Сюда начинаем потихоньку отходить. Дальше. Лучники. Так, ты охотница, сюда уходишь. Всех же охотниц. Ну, проще мне сейчас всех охотниц сюда отправить, на самом деле. И все. И держать их сзади всех. Это сделать по одной простой причине, потому что эти все охотницы все-таки быстро умрут. А я терять их не очень сильно хочу. Фарин. А, он на патруле, потому что был. Понял. Вас тут сколько? А, нормально, баллисты вы захватите заодно. Эндов поднимаем. Все, стычка пошла. Начинаем бить. Этого гигантского скелета хватаем. А на волков вперед. Давим волков. Так, на энда чумного. Потом на скелета. Еще на волк одного. Ну и потом лучники дальние. Потихоньку по лучникам начинаем вести огонь. Уничтожаем их. Пока дальних эндов уничтожаем, которые баллистам подходят. Ну а тут придется нам все-таки охотниц подводить. Потому что они нужны, к сожалению. Хотя предпочел бы их не использовать сейчас. Ну вот, к примеру, вот эту лучницу я уведу. Уведу кого еще? Вот эту охотницу. Ее уведу. Вот эту еще охотницу. Все. Дальше я еще, ну, как-то более-менее доставлю их. Деревья. Давайте кушайте. Восстанавливайтесь. Ну, а дальше мы пойдем как раз потихоньку. Классно. Еще атака. Опа. А она что, одна пошла? Тем более я ей не отдавал приказа в атаку идти. Вообще, взяла одна, пошла. Вперед. Заметьте, приказа идти в атаку не было. Я ей не отдавал. Взяла, сама пошла. Ладно. Так, вот это нехорошо. Вообще нехорошо. Так, энды. Давайте быстро сюда отходим. Отходим. Быстро. Светлячки. Все тоже сюда. Тирен,
На защиту. Фарен тоже на защиту. Спасаем их. А, понял. Все сейчас на патруле находятся. Да. Мне самое главное вот это дерево долголетия спасти. А, светлячки, давайте на восстановление деревьев. Сразу вставайте. Давайте чиним его. Чиним, быстро чиним. Дерево, сюда иди. А, не, я не дерево сделал. Туда. Все. У меня, по идее, эти деревья должны всех... Ну, деревья, все воины мои тут. Должны начинать уничтожать противник. Да, все восстанавливается. Замечательно. Еще сюда отходим. В угол прям отойдем, пожалуй. Да, вас что-то слишком много. Я так скажу. Горгули. Все. Обидно, два дерева у меня только. Очень мало. Очень. Но... Что делать уже? Что делать? О нет. Форпост поглотила путь.